Здравствуйте, с вами 108-й. И данный видеоролик у нас будет довольно-таки ностальгирующим и немножко грустным. Потому что я вам расскажу небольшую историю про наш автомобиль. А также я вам сообщаю то, что скоро автомобиль будет продан. Проект у нас закрывается. И проектов от нашей компании не будет примерно год-два. Надеюсь, то, что это не особо вас огорчит, потому что обзоры на акустику, усилители, сабы, все-все-все будет. Чуть-чуть, правда, пореже, но хватит грустить. Мы начнем с того, то, что автомобиль я купил в апреле прошлого года. Покатался на ней буквально неделю-две. Взял овалы, которые стояли в полке, которые все время скрипела, она меня просто бесила. Я взял старый шкаф, разобрал его и собрал саб из овалов, который уже набрал более 21 тысячи просмотров на ютубе и тянет мой канал, тянет. Конечно же, сейчас есть видеоролики, которые тоже довольно-таки неплохо продвигают канал, но именно саб из овалов каждый день набирает десятками просмотров, бывает сотни просмотров в день идут именно про саб из овалов. Ну, люди, это же трэш, но в то время мне казалось то, что нужно с чего-то начинать. И я все-таки сделал сап из овалов. Пускай оформление было рассчитано так себе, но оно играло и играло лучше, чем просто когда они были в полке. Сейчас будут небольшие фрагменты из первого видео про автозвук в этой машине. Смотрим. Слышишь этот звук? Пишу тишину. Coca-Cola, yeah, you want me here dying. Yola, yola, baby, soda. Cocaine is my girl, fine. Water, water, boiling water. Damn, I got a fortune. Трешово, правда, да? Но потом я переехал в Подмосковье. Здесь мне уже было больше дано возможностей. Я вспомнил то, что, ага, мой знакомый Иван, на его машину мы тоже снимали обзор. Это Ford Focus Wagon. Можете перейти, вот тут вот будет ссылочка, посмотреть. Он мне подарил 75 GDN 5/4. Это просто уникальный саб. Сама уникальность вот этого динамика 5/4 в том, что у него катушка такого сечения, как у тех же мошек и других вот сабвуферов из такого низкого качества и цены. Это коля там 2000-е года, 2010-е. Я не ожидал, когда мы стали его палить по просьбе многочисленных, причем просьб подписчиков, спали гребаный 75 ГДН, возьми себе нормальный саб. Он держал мост усилителя Грифон Про 4200. И он держал его, я вам скажу, лучше многих сабвуферов, вот этих 12-х, 10-х, у которых номинал 300 ватт, 350 ватт. Он, мать вашу, так валил. Пускай на нем указано то, что он как бы 10-дюймовый, но площадь излучателя 12-дюймового. Мне так понравился этот саб. И когда он все же сгорел, я был счастлив то, что мы смогли его положить. И был немножечко огорчен то, что я потерял такого вот, можно сказать, друга, с которым я очень длительное время дружил, скажем так. Все началось с того, то, что я сделал с него саб. Сделал самодельный усилитель и качал вот это вот все. Потом к этому сабу добавилось трэш-тыл. В итоге у нас получилось семиглазое чудо. Можете тоже сейчас посмотреть, я вам покажу видеоролик. Я долго проездил с этим тылом. Немножечко его там видоизменял. Но, блин. Играл он, конечно же, на то время очень громко. Yeah.
«Семиглазка» было последним нашим таким трешовым проектом. Потом мы уже задумались, ага, нужно взять нормальный саб, нужно взять нормальный усилитель и попытаться сделать нормальную музыку. Ведь мне многие говорили, ты делаешь такие портативные колонки, но что же будет, когда ты приобретешь автомобиль? О, ребята, вы уже видите, к чему это привело. Машину просто рвет. Но об этом мы расскажем далее. Мы обратили внимание на компанию, которая вот только появилась на рынке, DL Audio. Сразу заказали у них сабвуфер, потому что у них была такая акция. Ты берешь у них товар, да, покупаешь, делаешь обзор, получаешь скидку 20%. Я тогда сразу покумекал, и я понял, то, что за 20 тысяч со всеми проводами, дистрибьюторами и совсем-совсем-совсем-совсем мы сможем за 20 тысяч собрать систему 1-12 саб, 1-4-канальник и 2 пары 20-ок, плюс твиттера и мафон. Мы приобрели у них грифон Лай 12, который до сих пор еще живой, но ненадолго вам скажу, потому что у нас скоро будет очень интересное видео, оно будет и познавательным, и немножечко трешовым, потому что мы будем палить саб. Саб к нам ехал долго, мы к этому времени успели собрать обратно нагруженный рупор под него. Ссылочка на человека, который делает офигенные расчеты, будет в описании. Также по промокоду 108 вам будет скидка. Пока к нам ехал саб, в этом корби у нас играл ГДН. В нем же он потом у нас и погиб, и на его место встал Грифон Лайт. Все готово. Приготовься. Который мне очень понравился. Он играл от самодельного усилителя сначала. Потом к нам пришел Грифон Pro 4200. И вот там уже пошло-поехало. Машина в некоторых местах лопнула от 12-дюймового сабвуфера с номинальной мощностью 300 Вт. Это было просто нечто. У нас пошел флекс-зеркал, флекс-багажника. Даже немножечко фантики летали при открытом окошке. И это было все благодаря хорошему коробу. Но мне потом жена говорит, давай уберем заднее сиденье и поставим себе нормальную басуху. Я такой, ё-моё. А действительно, как бы можно же взять нормальные пятнахи, восемнахи и сделать просто лютый проект. Мы уже положили глаз на DL Audio, мы стали с ними сотрудничать, вступили в их тиму. Как вы видите, мы работаем сообща, всей командой, все очень дружные. К тому времени уже у нас по системе стояли Фениксы 16, две пары, и твиттера ТВ-01, Грифон Лайт. Мы чуть-чуть отошли от того, что мы планировали вначале, да, то есть за 20 тысяч собрать автозвук, и все, и остановиться на этом. Мы фронт уже взяли дороже, потому что все же с командой собираться намного дешевле. Потом уже пошли там у нас мысли насчет тыла. В общем, пошло-поехало. Мы ждали пятнахи, мы заказали их заранее. К нам пришли они позже уже. Короб был собран, был покрашен. И я, наверное, месяц ездил без сабового звена. Но я там уже собрал тыл на RBH 200. Это было просто люто. Сначала я ошибся с настройкой, потом я настройку исправил. Потом вот я совсем недавно я добавил туда рупор. Как же сочно он играл. То есть у нас получается громкие калитки и громкая тылуха. Причем тылуха настолько громкая, сочная и так хорошо звучала, что вместе вот со всем вот этим вот автозвуком в машине, блин, это просто была бомба. Вот кто со мной там снимал видеоролики и знакомые, которые приходили на сходки, я им включал, им нравился звук. Вот пришли ко мне пятнахи. Я сразу офигел то, что они пришли в одной здоровенной коробке. Я сразу же их все распаковал, посмотрел, пощупал, блин, понажимал. Все, сразу же их закинул в короб, но пока не подключал, потому что меня быстро выгнали с территории СДЭКа. Я по-быстрому поехал за город. За городом быстро почикал, блин, провод. Все дело скоммутировал в 2 Ома. Ну, катушки у нас 2 плюс 2.
сразу пихать в 0,5 было страшно, но я доехал до дома, 20 минут, наверное, прошло, может быть, полчаса, и понимаю, то, что сабы размялись, можно их подключать в 0,5. Когда они были подключены в 2 Ома, я уже офигевал от того, как это все играет. Потому что на Грифон Лайт 12 я примерно слушал треки 30-35, вот в таком диапазоне. И я понял то, что эти треки очень хорошо подходят под эти сабы. Потому что настройка короба у нас получилась 29-30, где-то вот в этом вот диапазоне. Прям вот, ну нельзя точно вымерить, как-то вот посередине получается. При коммутации в 0,5 я понял то, что кислоты и АГМ, и штатного генератора вообще не хватает. И нужно что-то с питанием менять. И совсем недавно я приобрел себе титанат, одну секцию 35-амперную. И тут я понимаю то, что генератор штатный не хочет ее заряжать, так как у меня напряжение 14 вольт. И в итоге у меня титанат в состоянии покоя 13,7, 13,8. При валиве, ну таком знатном, у меня напряжение падает до 13,4, потому что титанат, считайте, наполовину заряжен всего лишь, и он не может нормально отдавать свои вот эти вот токи. Но вот в следующем проекте мы уже будем решать проблему уже капитально. То есть начинать с подготовки автомобиля к звуку, а не просто пихать, а потом уже решать все проблемы. Нужен проект, который будет стабильный, красивый и будет довольно-таки хорошо играющим и валящим. Что же у нас получается вот с этим вот проектом? Я за год от сабов и завалов дорос до 2 пятнах. Громкий фронт и, блин, просто невероятная тылуха. Ну, это пока не на данный момент. И в дальнейшем я понимаю то, что будет все намного громче, лучше, мощнее. И качество проекта будет расти. Потому что жизнь без развития — это просто существование. Это вот на мой взгляд. Потому что человек такое существо, которое может развиваться практически бесконечно. То есть пределов особого человека нету. И каждый год люди это подтверждают, они бьют всякие рекорды. Вот не только автозвук, да, любой спорт возьмем, искусство любое. Блин, границ практически нету. Мне, конечно же, будет грустно расставаться с моим вот этим вот другом железным, потому что было очень много приятных моментов. Не, ну правда, я думаю, то, что многие меня поймут, когда ты вот с машиной продолжительное время вместе вот ездишь, веселишься, грустишь. Ты с ней как-то, блин, ну, становишься одним целым, можно так сказать. Я надеюсь, то, что мой следующий автомобиль будет более надежным, даст больше радости всем моим знакомым. Ну, проект мы закрываем. Все. Можно сказать то, что он у нас в итоговом состоянии. Еще раз по системе. Штатный генератор 90 ампер. Дубляж плюс-минус 35 квадратов. Идет на клеммы штатного аккумулятора, который у нас не подключен. Просто сброшены у нас клеммы. На всякий случай. Дальше опять же идет плюс и минус 35 квадратом багажник, сразу же на титанат. У нас стоят предохранители с двух сторон, потому что безопасность превыше всего.
Потом у нас прямо с титаната идет дистрибуция на усилители. Это Грифон Pro 4200 и Грифон Pro 1.3200. У нас Грифон Pro 4200 в 2 Ома подключены 2 канала на двери. Это у нас стоят Фениксы 165. Они у нас просто стоят в подиумах, карты мы не делали. Также в подиумах у нас стоят твиттера, которые у нас подключены от магнитолы Kino 305BT. Твиттера у нас сейчас стоят обновленные. Мы их совсем недавно поменяли. И скоро на них, кстати, выйдет обзор. Это твиттера TV02 Грифон Pro. Очень интересные твиттера, и они мне понравились тем, что они никак не мешаются. Потому что предыдущие TV01 очень мешались, потому что они довольно-таки сильно выступали. И я своими коленями все время об них бился. Моноблок у нас трудится на 2 Raven 15. У нас коммутация идет в 0,5 Ом. У нас взято 2 провода по 2, 2,5 квадрата. В принципе, мне показалось, что это достаточный. Провода у нас не длинные. Нагрузку вроде как держит. Нигде ничего не греется, нигде ничего не плавится. Короб у нас сделан чисто под эти сабы. То есть у нас с вами Экспо на 240 где-то литров или 220, точно уже не помню. Экспо с офигенной полкой. От 24 можно в треке включать до 37. И в принципе все это дело хорошо играет. Я в основном люблю слушать Кока-Колу, который у меня есть трек, из-за которой недавно у меня оторвало замок багажника. Это с настройкой 29-31. Просто люто играет. Единственный минус, у нас мало шумовиброизоляции. И машина довольно-таки флексит на низах. Рез уходит, потому что где-то до середины регулятора крутишь. Да, звук прибавляется. Дальше крутишь, и уже начинает просто хлопать все двери. Идти весь багажник в пляс. Крыша чуть-чуть зад. И из-за этого у нас давление уходит. Также у нас была установлена светомузыка, которая в дальнейшем у нас была удалена, так как она, конечно же, ночью и выглядит довольно-таки эффектной, но ездить с ней проблематично, она отвлекает от дороги. И все же при жестком валиве ее все же начинает по всем сторонам мотать, пускай мы ее и клеим и прочее. Вот небольшая история вот такого вот бюджетного, скажем, проекта. То есть Саб Савалов, ГДН-75, семиглазка наша, Грифон Лайт 12-ка и два Рейвена 15-х. Следующий проект мы, конечно же, возможно, будем делать уже в более просторной машине, использовать этот же короб, который у нас сейчас стоит, только уже будут пятнахи у нас более лютые, и полка у нас будет еще более классная, будет больше давления, будет больше валива. Фронт постараемся сделать в трехполоску, потому что мне хочется уже больше качественного звучания, а не громкости только одной. Ну а те, кто хочет сразу начать с хорошего автозвука, по ссылочке в описании вы можете приобретать автозвук по скидке. Просто напишите промокод 108 и получи скидончик. Ты не только получишь скидку, но еще и поддержишь своего любимого блогера. Ставим лайк. Также по поводу короба я уже говорил, то что вы можете заказать короб со скидкой. Также ссылка в описании. Также вы можете там найти меня, мою группу. Также вы можете найти человека, который помогал проекту наклейками, грилями. Офигенный человек. Всем советую, если вам что-то вот из этого нужно. Также ссылка в описании. И также скидки. Ну а с вами был 108 и моя Чупырка. Вы меня, конечно же, увидите в следующем видео. Машина, возможно, еще успеет показать себя в нескольких видосах. Но жмем F, пацаны. Машина скоро от нас уходит. Всем удачи. С вами был 108. Всем пока.